Друзья, всем привет! С вами Александр, экипировочный центр EquipLand. Сегодня рассмотрим демисезонный костюм для рыбалки от латвийского производителя экипировки Norfin, модель Feeder. Функционально удобный костюм отлично подойдет для фидерной или поплавковой ловли в весенне-осенний период при температуре до минус 10 градусов. Рассмотрим модель более подробно. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона, утеплитель Halafal, температура комфорта до минус 10 градусов. Мембрана Norfin Breathable с характеристиками 8000 водонепроницаемость и 6000 дышащие свойства. Все швы в изделии проклеены. Куртка оснащена съемным утепленным капюшоном. Капюшон крепится сзади на молнию. Лепестки фиксируются в вороте на кнопках или пучках. В козырек вшита проволока, позволяющая придать ему необходимую форму. Регулируется капюшон при помощи двух фиксаторов в передней части и фиксатора утяжки в задней части. Плечевая зона, локти, карманы, а также задняя часть куртки усилена более прочной тканью. Ворот высокий. Куртка покрывается на тракторную молнию EPK и ветрозащитную планку на липучках. Манжета рукава прямая, регулируется хлястиком с липучкой. Предусмотрена внутренняя манжета из неопрена. Регулировок здесь никаких нет, манжета довольно свободная. В куртке предусмотрено 7 карманов. Два объемных кармана с влагозащищенными молниями. Карманы большого объема. Внизу два открытых кармана, подкладка мягкий, приятный материал. По внутренней части куртки предусмотрено 2 кармана на молнии. И один карман из сетки для шапки либо тонких перчаток. Подкладка куртки полиэстер в районе подмышечной зоны. Утеплителя нет, вставки из сетки для лучшей вентиляции и отвода лишнего пара. Задняя часть куртки удлинена. По низу куртки предусмотрены регулировки объема, резиновый шнур и фиксатор утяжки. Полукомбинезон высокий, оснащен широкими эластичными подтяжками с пряжками. В боковой верхней части вшиты резинки для более плотного прилегания. Закрывается полукомбинезон на молнию UKK с двойным бегунком и ветрозащитную планку на липучках. Внутренний подклад полиэстер. В талии шит эластичный ремень с регулировкой на липучке. Ремень постоянно стремится убежать куда-то назад, поэтому будьте осторожны, держите его. Материал седалища, колен и верхняя часть брюк выполнены в более прочной ткани. В полукомбинезоне предусмотрено 2 кармана на молнии. Внутренний подклад полиэстер. По низу брюк молния с вставкой-расширителем. Дополнительно есть регулировка объема низа штанины на липучке. В комплекте с костюмом идет фартук для защиты от грязи. Фартук крепится в верхней части при помощи стропы. Есть пряжка Fastex и возможность регулировки по объему. В ране пояса также стропа-завязка обматывается сзади и крепится в передней части. В районе ног подколенной части стропа с пряжками. Вот таким образом выглядит надетый фартук, то есть отлично защищает всю переднюю часть от грязи. Предусмотрен спереди объемный открытый карман. С внутренней стороны есть два больших отделения вот такого размера. Итак, друзья, резюмируем. Демисезонный костюм для рыбалки от латвийской компании Norfin, модель Feeder. Функциональный удобный костюм отлично подойдет для фидерной или поплавковой ловли в весенне-осенний период при температуре до минус 10 градусов. Приобрести данную модель можно, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Доставка товаров возможна во все регионы России. Друзья, благодарим вас за просмотр этого видео. Ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментарии. С вами был Александр, экипировочный центр EquipLand. Всем пока!